Чувак, я тут вообще музыка сейчас нашел. Короче, какой-то лягушкой надо всех гасить. Называется Backdrag, это так, да, на каком-то корабле. О, смотрите, что тут вообще такой рестлинг, да, тут такие вещи можно творить, вообще закачаться. Да падай, иди ты в жопу, а. Блин, хоть живущий чувак попался, вообще, вот это ему втулил, да, плеуху такую, вообще закачаться. Так, о, отлично, давай, ты тоже вылазь, давай, братишка, давай. Ну падла, а, что творят скоты? О! А чё, веселенькая такая игруха, почему так все прикольно санимировано, то есть даже нравится, как бы, гасить этих чуваков. Можно их кидать, короче, вообще делать с ним. О, засветите, срач ему дал, вообще, а? Читкарь. Нет, так реально, что прикольно сделано, да, можно такие плюхи делать, можно их даже срачевать, короче, вообще, ты что, такой читкарь. А как эту фигню взять, не могу понять. Ага. На, ёпта. На, ёпта. Вообще закачался. Блин, чуваки, мне эта игруха нравится, ты шо? Робот какой-то сраный, а что он делает? Как его гасить? Блин, чуваки, эта игруха моей мечты. Тут такое можно творить, ну вообще закачаться, а? Единственное, что походу нельзя атаковать в прыжке, я так понял, потому что я уже не первый раз прыгаю, пытаюсь что-то сделать, да? Да ёлки, блин, а вдвоем они меня, смотрите, попускают вообще четко, а? Падла. Ну давай же, о, нормально. Долго его гасить еще будет, да, ёлки-палки. Причем можно менять, смотрите, из стороны в сторону его губы. Тут вообще столько приемов разных прикольных. Вообще читкарь, а? Блин, а про эту игру я даже вообще не слышал, не то что не видел, я даже вообще не слышал, что какая-то такая игрушка существует, да? Backdrag, короче, какой-то. Ну, а то время, по-моему, 91-го года выпуска, если я не ошибаюсь, то на то время это вообще была игрушка, прям мечта какая-то, да? Падла, а? Скоты. Да на, ёпта! О! Всем наваляли. Он еще ползет, какая-то мразота. Ого, это походу босс какой-то, да? А, не, нифига. Покидал, короче, всех раскидал, всем навалял вообще, чёрт. Давай, выходи, ёпта, бороться, да? Ого, нифига себе, вот падал, а? Мразота, блин, у меня две жизни осталось, чуваки, мне скоро так наваляют. А, еще один ублюдок. О-о-о, так, отлично, погнали. И сам этот персонаж такой прикольный, да, забавный. Да я тебя сейчас брошу, Аня, блин, сейчас бросить не получится, уже какой-то новый робот, уже красненький. Да что ж я его не поймал-то, а? Ну ты падла, а? Ну блин, да что я его не могу поймать-то, а? Ну, капец, он меня в упор расстреливает, а? О, наконец-то! Вот так, теперь с этой давай с разные стороны его гаси, братишка. Все, читкарь. Наваляли ублюдку. А это еще рука какая-то, нифига себе. А это, наверное, босс какой-то, да? Ой, так я что-то затупил. Ладно, сейчас попробуем. Так, ага, ага. Ага! Блин, чуваки, реально офигенская игра. То есть, извините, что-то типа мутить можно, да? По руке бьешь, она типа краснеет. То есть, вообще четко. А как теперь его гасить? Он теперь уже и так руку не останавливает. Тю, блин, я что-то не могу понять, как мне его тут валить. Он меня сейчас попустит, чуваки. Ну да, он меня типа ловит, а как мне от него отбиваться теперь? Я пытаюсь прыгать и бить, но у меня не получается. Может, он типа куда-то туда подойти? Нифига. Я не понимаю, мы можем понять, что надо делать с этим чуваком-то, а? Блин, пад, там мне всю малину мне испортили, мне так интересно с ним было драться. Все, я просрал, короче. Call yourselves to ultimate team, don't make me... какую-то фигню, короче.
Короче, игруха закачаешь, только не понятно, что там делать в самом конце с этим боссом, да? Блин, я разбился каким-то макаром. То есть вообще не понятно, что с этим боссом делать, как бы объяснили как-то, да? Я же вот в чем, блин, как бы отличительная черта вот этих всех старых игр, то что вообще ничего не понятно, как что делать. То есть, мы как вообще раздуплялись, как проходить игры? Мы либо спрашивали друг у друга, если кто-то там разобрался, да? Либо, короче, сами допирали, да, либо вообще забрасывали игру, потому что непонятно вообще, что делать. Ну и вот здесь вот тоже ситуация, да, вот реально, вот что там надо делать, непонятно. То есть первый раз понятно, просто бьешь по руке, а вот дальше что делать? Вообще не могу врубиться. Но вообще игруху, конечно, рекомендую, потому что игруха закачаться просто. Ничего не скажешь. Особенно как на то время, так это вообще была песня, наверное. Очень классно все санимировано, оно и забавно, и в то же время круто. Противники такие интересные, да? Ну вот что такое, я его сейчас не захватил, к примеру, ну вот, во, наконец-то. Может, мне надо как-то эту руку поймать, как думаете? Может быть, я что-то затупил, может, надо как-то эту руку потом поймать? Ну, первый раз мне, конечно, понравилось, да, короче, берешь его и начинаешь, короче, бить по руке, она еще краснеет такая, типа, значит, по пальцам, да, дал ему. Вообще читкарь. Так, ну вот, уже более-менее мы раздуплились с геймплея, вот уже этих роботов попроще валим. Куда я, братишка, ёпта? Так, давай, прыгай. Дынь у тебя, короче, ёпта. Еще не могу никак раздуплиться толком, как их вот это вот, в захват это сделать, чтобы потом их, кидать куда-нибудь. Потому что у меня иногда получается, иногда нет, я не могу врубиться просто, как это у меня так получается. Что я нажимал, когда получалось. Ну ладно, фиг с ним, главное, что мы и так разобрались. Блин, да еще лезут, а? Что ж за ужас такое, а? Ага, во, вроде бы врубился. Надо, короче, как-то вот так вот. Да блин, у меня они сейчас наваляют. Смотри, что творят, да? Видали, этот вообще, короче, человек-ракета, типа, да? Ого, вообще, блин, по соплям надавали, а? Мразь. Мразота. О! Намалек. Давай, ёпты. Вот видите, не получилось его сейчас поймать. Падал, ушел, а? Падал, а? А приседать здесь можно? Не, нифига нельзя. Ошибись. Так. О, вот ты рука конченая, да? Ну, сначала понятно, да? То есть сначала вообще ничего сложного. То есть дал ему по пальцу. Ну, а дальше как его, чего гасить? Я прыгаю, пытаюсь его ударить, у меня не получается, видите, он меня бьет. Может быть, надо бить по этим пузырькам? По шарикам, но нифига, опять-таки. Другие кнопки пробую, ничего не робит. Вообще непонятно, как мне с ним чуваком быть. А, во! Ага, все, понятно. Да ёлки, ты меня сейчас завалишь, братишка, дай мне хоть восстановиться-то как-то, а. То есть надо как-то в последний момент уходить, да, чтобы он именно вот... Не, нифига, я не врубился. А, о! Блин! Да падла, а! Не, ну я же хоть врубился, что надо делать, а ну сейчас я на паузу поставлю, и я эту руку загашу, отвечаю, чуваки. О, чуваки, рука появилась. Блин, падла. Так. Так, отлично. Так, ага, ага. О! Ну быстрее же, ну ё, ну братишка, ну ёлки-палки, а. О! О, ага, мазали падла. А что за шарики? А, все, мы его, ну, так мы его захасили, чуваки. Представляете, то есть все было так просто, я что-то тупил. Надо было просто еще раз точно таким же макаром ударить, и все. И как бы весь босс. Так, ну тут я уже раздублился, как этих чуваков валить, все довольно-таки просто. Не, вообще игрушка закачаешься, если Пикоша мне реально нравится, чуваки, я в нее первый раз играю, плюс то, что ведь старая игра, да, по идее она мне не должна нравиться, но в то же время, блин, реально мне очень нравится. Да елки, а. То есть прикольненько так все сделано, как бы я же и санимировано, и реально очень интересно тут со всеми сражаться, тут очень четко. О, все, мы прошли первый уровень, чуваки. Блин, опять эта рука долбанная, а, запарила. А, просто надо не прыгать. Когда я хожу просто, да, то он именно рукой это и врезается.
Видите, да, когда я прыгаю, то он тогда не врезается, а именно типа начинает меня ловить. Понятно, все, теперь я отступился, как с этой рукой драться. Короче говоря, на самом деле там ничего сложного не было. Ага, еще одна рука, елки-палки. Ну ладно. Им, наверное, самим так понравилось ими нарисованная и созданная вот эта вот рука, да, что они решили, короче говоря, удлинить прохождение с этими руками. Тайсон какой-то вылез, а это типа видели, как пересрал, что рот открыл, да? Вообще читкарь, блин, чуваки. А как узнать, сколько у него хп, сколько мне его еще гасить надо? Непонятно вообще. Ух, нифига себе, блин, братишка, ты как гасишься-то, а? Вообще непонятно, я его гашу и как, я у него хп отнимаю или нет? Очки-то я зарабатываю, да, но при этом мне же непонятно вообще. Да иди ты в жопу, падла. Да смотрите, он меня сейчас нокаутирует, падла. Что творит, а? О, я ему срач дал! Он уже летел, да ты что? Блин, чуваки, игруха вообще закачаешься. Просто шикарная игруха, вообще, как все четко сделано. Гасил, гасил, потом ему срач дал, он уже в космос улетел. Он, короче, побитый такой. Come here and say. Ой, вообще, блин, песня, игруха вообще песня. Я, конечно, ее летсплей делать не буду, но я вам, чуваки, я вам отвечаю, что я буду в нее играть, потому что смотрите, задолбываешь чувака в пол, типа, да? Блин, тут каждого противника по-своему варишь, это же вообще, это крутяк такой, что просто капец. Смотрите, как четко. Я же тут каждого противника по-своему варишь, то есть у каждого тут своя анимация, как он дохнет, да? Редко вспомнишь какие-то такие игры, реально редко вспомнишь какие-то такие игры. Обычно все эти драчки, да, особенно вот такие вот драчки, они обычно все на одну рожу, грубо говоря, да? Блин, а это что такое вообще? Пришел какой-то робот, робот длинноногий какой-то. Вообще читкарь, а? Не, блин, чуваки, я не могу нарадоваться на игру. Я же, я летсплей на нее делать не буду, но я реально, я отвечаю, я в нее буду шпилить. Я на все 100 уверен, что я в нее буду играть. Да с какие-то все четко сделано, интересно, то есть вообще капец, это все противники очень четкие такие, да? Смотрите, их можно бить даже с этой сетки, оказывается. Сразу двоих забиваю, засадите. Не, ну с тем Тайсоном мне понравилось, которому я срач дал. Опять пересрал, опять какой-то босс, да? А, он тебя бомбы кидает? Ага. Падла. А-а-а! Ха-ха, его же взорвать типа надо было, я понял. Хорошо. Понятно. Причем реально, смотрите, какое разнообразие, да? Я поиграл, сколько я тут наиграл? Я максимум тут наиграл, наверное... Блин, я не туда выкинул. Максимум наиграл, может быть, минут 10, да? И смотрите, сколько разнообразия, то есть... Разных приемов прикольных, да? По-разному надо противников убивать, то есть вообще читкарь. Плюс то, что все еще сделано так с юмором, да? То есть, что еще прикольно, что реально все сделано с юмором. То есть тебе не скучно, реально интересно проходить игруху. Падал, мне по морде сейчас надает. О! Ага, понятно. О, братишка на лифте приехал. Свежее мясо, так сказать. А играем мы за какую-то космическую жабу или что он вообще такое? Да, непонятно вообще за кого играешь. Ага, там что-то есть. О, роботы эти пришли, помните, мы их уже видели. Ой, роботы, честно, какие-то простенькие. Блин, хотя никакой простенький, нифига себе, у меня
Навалял маленько. Ну, в целом, да, какие-то они такие не очень интересные. О, кстати, с них, походу, можно эти конечности забирать, что ли, да? А ну, подождите. Да, зацените, можно палкой гупать. Ты что, чуваки, что тут можно творить? Это просто неописуемо. Я не вспомню вообще, наверное, ни одной какой-то даже новой игрухи, чтобы столько было разных приколов, да, примочек, юмора. То есть вооружаться можно конечностями роботов, которых ты сам загасил, да, потом этими конечностями валить других чуваков. Не, это вообще чума. Не, ну допустим, тоже, помните, Street of Rage, или как эта игруха, которую я проходил на Сеге не так давно. Там тоже можно было вооружаться, но такого там не было вообще, такого читкаря. Вообще, кстати, я вроде бы говорю, что Street of Rage, да, одна из лучших вот таких вот игр-драчек на старых приставках. Но сейчас я уже думаю, что, короче, вот эта вот игруха. Потому что здесь, в принципе, и боевка очень интересная. То есть, сижу, блин, я играю в 2016 году в игруху, которая 91-го или какого-то года, да? И мне не скучно, мне реально интересно играть. Ой, что это я? То есть реально интересно как бы шпилить. Погнали, чуваки. Опять типа пересрал, да? Отлично. Да, разнообразия такого вот очень много, то есть вообще капец. Что, все что ли? Не, три раза в него докинуть, да, я помню. А ну ладно, хай уже взрывается. Причем такое музыкальное сопровождение еще довольно-таки интересное. То есть, вот это, по-моему, реально самая крутая. Самая крутая игруха вот из всех вот таких вот файтеров, да? Да блин, куда я кинул? Да елки, я сейчас на себя взорву. Реально игровой процесс очень веселый, очень интересный. Да блин, не могу докинуть этого фуфела, представляете? О! А он еще стал быстрее кидать, видите? То есть, блин, уже и надо больше раз в него кидать. То я 3 раза кинул, это, походу, надо уже 4. Да блин, ты шо ж ты... Да ёлки, а! Падла, а! Опять я не туда куда-то кинул, непонятно, блин. Как его надо кинуть, чтобы оно попало? Да что ты их все туда кидаешь, братишка? Ты ж кидай там, где я стою, чтобы я в тебя попадал. Опять тот же прикол непонятный. Так, походу, где-то здесь стоят, да? О, вот, да. Да ёлки, что ж он никак не дохнет? Может быть, надо у него как-то там подряд попадать, чтобы без пауз? Как думаете, чуваки? Может быть, из-за того, что я с паузами как бы у него кидаю, может быть, он типа успевает подлечиться каким-то макаром там или чё? Да блин, да не надо! А не, нифига, это просто он такой живучий был ублюдок. Так, а чё, давайте дальше. А, надо сюда заходить, я вспомнил, да-да-да. Потом на лифте мы куда-то опускаемся. Не, блин, реально, я не могу от игры оторваться, да, говорю, я не буду ни летсплей делать. При этом реально я не могу от игры просто банально оторваться. Да ёлки, тут еще и машинки какие-то есть, ну это вообще песня, а? Вообще закачаешься, игра просто улет, блин, чуваки, да какой там Ведьмак 3, вот посмотрите, какие игры раньше делали. При системных требованиях таких, что игра пойдет даже на тостере, тебе реально интересно играть в игруху. А, это ты врезаешься, я затупил, извиняюсь. Я думал, может тоже какие-то контейнеры, которые можно разбивать. А тут что? А, прыгать надо, ага, ага, блин, да ты что? Не, ну читкарь вообще, блин, игра просто конфета. По-любому буду ее проходить, я же просто в летсплей записывать не буду, блин, ну проходить я ее буду по-любасу вообще, игра просто песня. Ах ты мразь, а! Кстати, еще какие-то чуваки за мной типа ходятся, да? Панки какие-то, блин, падла, ну ты мразь, да? Падла, а? Панки эти задолбают, да блин, не могу, о-о-о-о, нормально. На, Вася, о, нормально, нормально, ты чё, мразь? Блин, ну падла, а? Трудно от этих панков свалить. О-о-о-о-о, на-на-на, по мордашке, получи по мордашке. Да блин, а как от него тут спрятаться? Он когда начинает меня гупать этим кулаком, никак нельзя увернуться, то есть... Ничего не работает, меня как будто парализует, вот сейчас как будто парализует, да? То есть как-то нечестно сделано, все, я просрал. Ну ладно, чуваки, тогда на этом и закончим. Потому что я чувствую, я буду до бесконечности эту игру проходить. Игруха просто шикарная. Всем, кто не пробовал, рекомендую, ребята. Игруха просто песня. Я реально получил кайф. Давненько я такого не ощущал при прохождении какой-то раритетной игры. Ну и как всегда, вам я благодарен за просмотры, за подписки, за лайки. 93-го года игра. До новых встреч, ребята. Пока.